Так, друзья, мы снова у Дмитрича, простонародний Леонид Дмитрич, Приветствую. он же Чернобаев, он же художник и садовод от Бога. Дело в том, что я не скажу, что у него такое уж страшное место и все растет. У него микрозона, но даже здесь для персика не место, это если считать по научным данным. Знаешь, какие у них предел? По этим, по южным странам 12-14 градусов, а по нашим ученым 26-28. Это же Касанский. Так, короче, считай, что у тебя ничего нету, все это людям мерещится. Короче, иди сюда, я сейчас при тебе. А знаешь, зачем я снимаю? Сказать, мне нужно два этих сравнения, привитых, непривитых. Вот привитый персик. Сейчас срываем самые крупные эти самые. Вот я с пола подобрал вот самый мелкий. Это, так, видимо, средний, да? Вот. Ну, вот тебе, а вот, еще крупнее. Давай. Ну, отрывай уже, что теперь. Ради науки. Не, я это самое... Давай, показывай. Вот четыре штуки, да? Ну, на одном кусту они в разных местах, естественно, разные. Ну, здесь 50 грамм. Да ну? Ну, 45. 46,5. Да, 40. Ладно. Пойдем теперь за непривитым, правда, в конце огорода. Так, и потом забуду спросить. Итак, по отношению привитого и непривитого, на какой год лично у тебя? Ну, здесь непривитый у меня на третий год за плодом. Непривитый или все-таки привитый? Непривитый. Привитый на второй год плодоносит. В этом году привил, на следующий год получишь урожай. Понятно. Ну, сейчас пальцем даже покажу, какие саженцы. Вот и показывай. Да. Ты у нас в авторитете, вот, тебе можно верить. И смотри, вот мой питомник, да? Вот они, однолеточки растут. Я беру один однолеточек. Ты скажи, что им 5 месяцев или 4. Да, ну. А то однолеточка. Однолеточка это будет следующей весной. Так, ну ладно, хорошо. Весной взошли косточки, вот, пожалуйста. Вон он у меня до самого конца ряд. И вот эту штучку я сажу. Уже на следующий год он вот такой делается, еще на следующий год вот и начинает плодоносить. У тебя год за два идет, смотри, скелеты дают. Это год за два. Они везде. Вот пойдем это вдоль. Вот поэтому на третий год и с плодами. Ой, смотри, красота. Вот самый лучший, да? Вот. Полностью сформированный. Да я еще, погоди, цветы ищу. Полностью сформированный ему 4-5 месяцев. Посмотри сюда, вот. Вообще, вот один, чем просторнее растет, да? Да. Тем больше у него этих самых второго порядка веток. Глянь, вот он, семечки вырос. Да любой возьми. Вот он. Вот он. Все они, как ежики. Год за два. Даже вот смотри. Которые очень поздно взошли, да? Видишь, то же самое. Я их садил вот через это расстояние. И тот со скелетом. Вот, и то с этим веером. Во, пожалуйста. А тут... Да все они со скелетом у тебя. Все. Вот отдельные, смотри, какой красавец. Готовый, пожалуйста. Вот хоть этот и этот, любой. Бери и прививай, если хочешь ускориться. Но на прививку все равно год потеряешь. А тут два. После его посади, через два года, ну, максимум на третий все равно получишь урожай. Я не могу мимо груш проходить. До сих пор они у тебя гроздьями висят, как игрушки на елке. Так. Ладно. Вон они насыпались, да? Так. Будем подбирать и сравнивать. Непривитый. Рядом не лежало никакой культурный там черенок, в смысле. Вот они валяются, да? Сейчас будем сравнивать. Давай. Я... Четыре также возьму, да, в правую руку. Ну и вот. Ну, короче, так. Смотри. Я вижу. Вот этот и этот почти похожи, да? То есть это вообще, по-моему, практически одинаковые. Одновесовые. Так, и выводы какие? Да какие? Если кто хочет очень быстро получить плоды, надо прививать. У кого есть время, да понасадил их и потихоньку жди. Да что там ждать 3 года, на третий год. А да, а привил? Все, на второй год будешь иметь уже первые плодики. Так, скажи, пожалуйста, вот у тебя... Вон, пожалуйста, еще последние остались. А, вон еще насыпалось. О, этого добра. Да.
тоже такой же мелкий есть, как и на привитом. Что сделать? В общем, разницы нету. Разницы нету. Ну, теперь, извини, давай дегустировать. Привитого, не привитого. А разницы тоже нету. Беру лучший. Это не привитый. Лучший не привитый. Ну. Мне нужна объективность. Меня достают. Да. Нужна объективность. Слушай, уже кислоты почти нет. Это тут солнечно, потому что. Угу. Может из-за того. А вот, это? Пожалуйста, пробуй. Это привитый. Привитый. Оттуда из-под дома. Самое смешное будет, если не привитый, окажется слаще. Мне кажется, одинаково. Есть, правда, такой южный привкус приятный. Одинаково, все. У меня не отличить. Держи с собой, возьмешь, посадишь. Спасибо. У меня на посадку свои есть. Другое дело, что... Убедился. Только что дольше приходится ждать. Ну, пойдем посмотрим, что у тебя еще осталось. Да у меня вот только мраморное осталось, да вот это. А, ты про груши? Да, лесная красавица, да мраморная. Ну, мы все это, в принципе... Уже снимали. Снимали. Конечно. Ну, посмотреть, полюбоваться. Ей еще расти да расти. Да, это осенние сорта. Осенние сорта. Мы где-нибудь их в октябре снимем. Я все время подчеркиваю последние эти самые опорты, это к тебе. Что она тут застряла? Сама упала? Нет, это она упала, я взял с земли, поднял, чтобы не гнило. Красотища. И тоже в тени росло где-то. Красотища. Шарики. Ой, ой, пусть завидует. Да что завидует? Нет, ты сделал большое научное дело. Ты хоть знаешь об этом? Да нет, я все знаю. Гражданин Чернобаев. Что это? Что это? Алматинский апорт перетащил сюда. Вот и все. И он у меня живет уже лет 7. И он у тебя... Всяком. Не буду говорить фамилию, не буду говорить название ГСУ. Твои два раза крупнее. Я-то начинал с них, это я вначале у них раздобыл. Про той апорт-то я не знал, а там два раза мельче. Но у них окраска более на апорт похожа, я имею в виду чистый алматинский. А это у тебя кроваво-красный или Александр? Кроваво-красный. Не, Александр как раз таки он и есть, то, что на алматинский похож. А вот в Талдыкургане однажды были мы, ну по делам, поздней осенью. На рынок заходим, вдруг у меня говорит, слушай, какие тут самые вкусные яблоки? Я так издалека говорю, во, во. Подходит, они, да, вот такие. Он одно еле съел. А слушай, ты говоришь, самое крупное у тебя на весах было 550. Алматинский вырастает до 600 там, я точно знаю. У меня в саду в том это... А в твоем саду... Росли там. 550, это... Это вот здесь это... росли 550. Да, на фотографии есть это доказательство. А в Казахстане, вот в районе, даже могу назвать городок, Уч-Арал такой называется. Вот. До 600 спокойно. Ну, какая неужели жизнь? Назарбаев прав, когда сказал, что ищите настоящий апорт, потому что это его просто исчез с Казахстана. Ну, не знаю. Там со сейчас... своей родины. Я четко знаю, там увлеклись сейчас этими шпалерными. Потому что это за ними меньше ухода, да, более продуктивные. Какой меньше ухода? Больше. Ну не болит, да. Для начала. Ты много за ним ухаживал, вон. Да. Все равно обрезка туда. Да. Обрезка самая приятная, когда каждая веточка деньги стоит. Если так. А там, да, там надо сначала вложить деньги хорошие. Да, столбы, проволока, да, капельный полив, и избави Боже. И, кстати, бег у них короткий. Может быть, я не знаю. Вообще, даже не стал знакомиться с этой технологией, с этими яблонями. Мысль плюнула в голову, думаю, а может попробовать, а потом, а зачем мне это надо? Итак, соотношение косточки и плода. Я переживаю, некоторые, да, берут хорошо косточки эти, вот, ограничил по 10 штук пока. Хорошо. Вот, чтобы разошлись по России. Кстати, казахстанцы несколько человек заказали, твои земляки, да. Правильно делают. По крайней мере, в том же Учирале никого не росло. А тут компания собралась. Так, смотри. И я Кириллину выслал 100 штук вот этих косточек твоих.
Вот берем самый маленький, да, персик. Ну, меньше, естественно, косточка. Вот она, сравни, положи к тем. Вот. Ну, сущность от этого не меняется. Нет. Все равно вырастет. То, что надо. Когда их очень много, да, они мелковатые. Понятно, что они, видишь, как облепиха. Когда они более-менее нормально выглядят, вот даже здесь, хоть и в тени, и то уже более-менее. С той стороны. Ну, да. Давай еще вот по пути нам встретиться, привитый. Ой, самый ветеран, давай покажи, пусть он без плодов, чтобы ветеран. Люди убедились. А вот он стоит, вон вертикальный, вон, и вон второй стоит. Вон, это смотри, чтобы люди добедились, что... В глубине сада. Ну, сюда зайди. О, Господи, метров 6 высотой уже. Да, наверное. Это от него ветка вот идет, вон макушка, вот. Да он на уровне с этим. Да вот, пусть плохо видно, но, надеюсь, разглядят. Вон они, макушки. Это не укрытые. Это я к тому, что мы наглые с тобой. Вот. Но все равно я рекомендую. Северный Казахстан, ты знаешь, та же Сибирь. Рекомендую укрывать. Не, лучше так. Сибирякам укрывать. Пригинать его, ничего страшного. У меня вот... Те, вот, которые укрытые, ежегодно плодоносят, без проблем. Вот он привитый твой. Да. И... Тоже привитый. Вот сейчас упали там. Тоже не такая уж величина большая у них. Ну, в принципе... Они, из-за того, что на этом дереве было мало плодов, редкие. Ну, чувствуется, что вот тут порода чувствует, что это привитый. Ну, да. маленький пустяк. Скажите, пожалуйста, гражданин Чернобаев, на кого привитый? На персик, на этот. Вот мне это... Ну вон они, дички, только что показал тебе питомник. Я же говорю, вот на него срезаешь и прививаешь уже дички. От культуры. Дички, дички. Сам доказывал, ничем не отличается, и обозвал дичками. Нет, как ну, тебе язык повернулся? А, знаешь, дички. Это, я так... считаю, что семечки выращены, это типа... Ну ладно, подвой, да, так назовем. Я официально заявляю. Ага. Значит, хорошо бы, чтобы люди не слышали о том, что ты привал на персик. Я запереваю на абрикос, на сливу. Вот. Да. Персик на персике. Это все-таки не для... Нормально. Он температуру очень хорошую держит. Вот понимаешь? Я тебе еще скажу. Меня он держит, когда... потому что он уже к Сибири-то и привык за эти десятилетия. Да не в том дело. Было на дачах 42 и 43. У меня даже многие деревья тогда подмерзли. А персик, конечно, вымерз до уровня снега. Вот такой всего снежок был. Снег у нас редкость, конечно. И вот до уровня снега вымерз. Все, что было в снегу, ничего с ним не случилось. Весной бах, и поехали. Это обрезал, и все. А у меня, я, знаешь, им занимаюсь, у меня удачнейший пример. Я тебе ни разу не рассказывал. Значит, съемки, не съемки, а фотографии делал при Дускобилове. Ага. Итак, я 4 штуки вдоль забора справа привил на китайские сливы. Вот, я все думал, абрикосы проверены. Вот так растет на сливу. Да, растет, и выросло, и зацвело. Угу. Вот. Но это было невероятно. Зима, минус 42. Я сейчас скажу, 2005-2006 год. Вспоминаешь, да, что творилось? Так я тебе тоже говорил. Вот, хоть у тебя микроклимат, уверен, у тебя 40 тут было. А здесь, тут еще... 5-6, а, тут у тебя тут вообще ничего не было. Тут ничего не было. Голое тут поле. Стояла хижина, тут жили отдельные личности. Такой, ну, деревенька. Ну, понятно. Такая. Тут была деревенька. Так вот, 2005-2006 год. Ага. Вот. И самое удивительное, пусть по 3-4 штучки, но на этом же персике, на вот этом вот, на этом, да, вот, хасанском, привитом на китайскую сливу, на каждом было по несколько плодов. Дускобилов свидетель. Ага. Вот, я его осенью за руку привел, говорю, будешь свидетелем. Не могло быть. Могло. Неделю было за 40. Я еще говорю, если веточки были чуть-чуть под снегом. Каким снегом? На твоем, на уровне твоей головы. А, он, ну, у меня за 3 года вымахал до 4 метров. Тогда другое дело. Ну, я не вот знаю. Это был самый рекорд. Ну, это да. Ну, я что-то не верю, конечно, чтобы он 40 выдержал. Нет, я-то не выдумывать бы не стал. Ага. Понимаешь, потому что я же переживал. У меня было 3 этих... Как называется? 3 градусника. Пусть бытовые. Но почему 3? Один иметь может соврать. 2. Потом посидим. 2 может соврать. А тут 3. Вот. На всех целую неделю было за 40.
2005-2006 год. Можно убедиться даже по официальным данным. Нет, это я помню, потому что у меня тогда сильно тоже сад подмерз. Практически. А мой нет. Груши. Тогда я там пытался лесную красавицу, толгарку еще какие-то выращивать. Смерзли. Тоже до уровня снега. Ну, тогда мы только подбирали. Стволы уже были подбирали порядочные. Подбирали подвои, все было. Это же мы не сразу. Вот то, что сейчас, это сенсация мировая. Да? Ты знаешь, ты кто? Эй, ты только не преувеличивай, ради бога. Нет, лучше преувеличить, пойдем, чем промолчать. Понял? Ну. На этом я заканчиваю съемку. Вот. Пока-пока. Ну, давай.